И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Андрей Колесников, с вами Андрей, и сегодня мы играем в симулятор водителя. Как вы представили, я уже за рулем сижу. Нет, это не GTA, это обычное вождение. Вы видите, слева от меня есть сердечки и время. Ну и, конечно же, сколько километров. У меня 1 километр. Я даже не газанул. Ну... А сегодня к нам попадает видео вот такой вот комментарий. Все. Не буду медлить. Я завожу авто. И мы поехали. Короче, отпечатался забаганный камень и сейчас уже опять. Итак, друзья, давайте лучше другую карту, потому что здесь я вообще с управлением не могу справиться. Потому что, блин, машины ездят, я их, конечно, от них уворачиваюсь, ну, то есть, проезд. То есть, давайте я вам последний раз покажу. Короче, я не успел, меня там подрезали чуть-чуть. И это, ну вы поняли. Приходный главный. Странно показалось сообщение. Ну ладно. А хотя ничего не меняется. Выбрали другой авто. А, то еще и покупать надо, спасибо. Поехали дальше. Thank you.
опасно. Блин, просто я водитель от Бога. Ну что ж, друзья, на этом надо уже заканчивать. Кому понравилось видео, ставь лайк. Если тебе не понравилось видео, ставь дизлайк. Ну а с тобой был Андрей. Всем удачи, всем пока-пока.